Скажите нам, что вы думаете про любовь? Про любовь? Я не знаю. Любовь, по-моему, это такое большое чувство, очень светлое. Ну, когда хочется что-то сделать хорошее людям. Ну, и когда любишь, по-моему, весь мир становится красивым. Каждый думает по-разному о любви. Во всяком случае, что она есть, это несомненно. И что она посещает не каждого, тоже несомненно. И что это огромная способность души, как талант, я в этом убеждена. Про любовь вам сказать. Любовь есть, но ее очень редко встретить сейчас, потому что мы эту любовь опошляем часто. В особенности среди молодежи. Она не понимает, что значит любить. В свое время мы любили так, как надо любить. Любовь – это святое дело. Поняли меня? Все. Правильно. Про любовь? Что вы про это? А что я могу сказать что про хотите? Любовь? Пока этот вопрос меня не волнует. Так, я служу в советской армии. Про любовь? Вы знаете, я об этом не говорю никогда. Просто так, микрофон – это просто... Ну, мне кажется, это... Любовь этого не стоит, чтобы про нее говорить в микрофон. Она стоит большего. Ну, мы считаем, что любовь – это прекрасное чувство. Тем более молодые люди. У нас у каждого есть девушка, с которой мы очень дружны и верны. И вообще, молодые люди в нашей стране, я считаю, любят, по-моему, лучше всех. С одной девушкой я встретился. Ну вот, познакомился я с ней. Первый день я провел с ней очень хорошо. Влюбился я в нее. Прямо хорошо, откровенно говорю. На второй день смотрю, на все это не то. Но вы ее любили? Полюбил. Вы поняли, в общем, что это? Вы помните, я что понял. Это? Все понял. Что у вас осталось? А потом у меня от нее остались только одни впечатления. И она, оказывается, не только я с ней один знакомился, а у ней... 3 или 4 парня. Да, любовь – это действительно прекрасное чувство, достойное советского человека. Скажите нам, что вы думаете про любовь? Про любовь? Трудно сказать. Приятное занятие. Ну, что можно сказать о любви? Ну, я, например, очень-очень счастлива тем, что вообще существует такая вещь. Это любовь. Да. Ну, а я могу сказать о любви только самое лучшее, самое хорошее. Она поднимает настроение всегда. И всегда чувствуешь себя такой окрыленный. И даже когда грустно, все равно это хорошо. Тут мокнешь. Смотрю на небо. И что ты там видишь? Как когда. Облака, звезды. Ты мокрый и чокнутый. А ты? Нормально. Серая. Серая? Да. Только вот прячешь цветные тряпочки. Ну, пойдем. Ты ну как, я и так не знаю. Не я страдаю, а она молчишь. Тоже это странный пара. Вообще, мне тоже. Что ты делаешь? Что это мне крючок оторвешь? Ты же стюардесса. Человек, в общем, должен жить так, а вот и кругом ничего не меняется. Вся разница только в скорости. Раньше ездили на перекладных, теперь летают самолеты. Главное, конечно, успевать. Куда? Ну, кому куда? Ну, вот эти, например, на необитаемый остров.
А это наша земля. Круглая. А я всю жизнь в Москве. Больше вообще ничего не видела. Подснежники действительно растут под снегом? Раньше, наверное, люди целомудреннее были. Это в чем же, муравейчик? Ну, хотя бы в поцелуй. А что? По-другому целовались? Вроде драковали. Ну, а сейчас? А сейчас вот ты меня не любишь, а целуешь. Зачем, мне понятно. Что за детский вопрос? Приятно. А что, нельзя целоваться? Ну, если приятно, Игорь, господи, конечно, можно. А ты боишься смерти? Смеется. Идиот. Смотри, что они утворяют. Благодари меня за танец быстренько. Это было прекрасно, муравейщик. Ну да. Да. Странно, человек с ним работает. Я уже включил. Говори. Ну говори. Ой, ну глупо. Ну, честное слово, глупо. Говори, пленка идет. Ну, а что я должна говорить? Ну, все, что хочешь, говори. Ну, что, ну выключи, да, я подумаю, я не знаю, что говорить, правда. Ой, какая ты. Ну, говори, что хочешь, ну, скорее. Ой, ну, я... Я... Люблю тебя. Люблю я тебя. Люблю, очень люблю. И я не хочу, чтобы ты уезжал. Я очень не хочу, я устала тебя ждать. Нет, я не то говорю, не то же я говорю. Я буду тебя ждать. Я люблю тебя ждать. Я люблю, когда ты приезжаешь неожиданно, как снег на голову. Ну, больше я не знаю, что говорить. А ты-то? Ты-то уже старая, все еще глупый, как мальчишка. Но я люблю тебя. Люблю. Люблю. Люблю, люблю. Милый мой. Люблю. Что вы думаете про любовь? Ну, любовь — это такое очень возвышенное чувство, которое, может быть, стоит после чувства патриотизма. Ну что я могу думать о любви? То, что это прекрасно и все. Ну, самое счастливое, что может быть на свете, это любовь. А вы? Ну, любовь — это такое чувство, по-моему, которым нужно прочувствовать, а не говорить. Ну, действительно, мне, например, очень трудно говорить о любви, поскольку я, например, первой любви никогда не испытывала. Вообще не знаю, существует ли первая любовь. Любовь, по-моему, прежде всего основывается на духовной какой-то общности двух людей, прежде всего. Ну и потом, если говорить искренне, то, конечно, на какой-то физическом влечении. Без этого тоже нельзя обойтись. А вот непонятно, зачем давать эталоны любви, что значит любить, понимать с полуслова и так далее, так я понимаю? Я просто говорю, как я понимаю. Считаю, что эталоны эти не нужно давать, потому что, собственно, бывает ведь и другая любовь, у каждого своя любовь. И, собственно говоря, бывает очень мучительная любовь, когда именно люди не могут себя друг друга понимать с полуслова. Такая тоже любовь бывает. Есть вообще расчет в браке, но не в любви. Когда брак заключается, скажем, в юности, тогда еще люди не очень стандартизированы. Они еще друг для друга являются некими, так сказать, материками неизвестными. Они влекутся друг к другу.
Вот, и заключает брак. Ну, дальше материальные нужды, так сказать, бытовые неустройства начинают их, с одной стороны, нивелировать, с другой стороны, очень утомлять. И чувства, так сказать, часто пропадают, остается голая, так сказать, позиция социальная, материальная, бытовая и так далее, которая, если она не удовлетворяет, она, так сказать, рушит, эта структура рушится, и люди, собственно, расходятся. В общем, тут можно говорить очень много, но слишком бессистемно, поэтому я заканчиваю, надеюсь, все ясно. Твои руки пахнут вереском. Вереск — это то, из чего в Шотландии карлики делают вересковый мед. Ты красивая, Юлька. И даже очень. Когда ты пойдешь спать, я буду всю ночь бродить по городу. Нет уж, ты лучше иди домой. В огне не гори, в воде не тони, в дикий лес не ходи. Танцуем, плутовка. Очень того, на ногу. Ладно, сойдет. Простите, а чего плачете? Ну, плачу. А, вы, наверное, деньги потеряли. Деньги? Какие еще деньги? Ничего я не теряла. Чего тебе? Чего я не теряла? И кому какое дело? Она идет в депо. Ну, что ты на меня уставился?
такие все постылые, не глядела ни на кого. Знаете что? Вы меня не так поняли. Я ничего такого и не хотел. Вижу, вы плачете, думал помочь. Ведь когда плачешь, только хуже. Да не расстраивайтесь. Все проходит. Может, вы придете домой, а на столе у вас письмо или еще чего-нибудь такое. Главное, не поддаваться. Не падать духом. Говорит легко. Ничего у меня на столе не будет. Я, конечно, не знаю, что у вас. Но ведь все проходит. Со мной вот тоже вот так вот бывало. Думаешь, амба, каюк. А утром проснешься, вроде бы ничего. Если я вам не мешаю, я просто посижу. Может, вам не так скучно будет. Молоденький еще. Но ты добрый. С тобой реветь не буду. Одна ревела бы целый день в утреннюю. Ну, а дома всегда хорошо. Любое горе короткое. Да ты говори еще. Ты мне не мешаешь. У тебя вон глаза какие хорошие. И голос добрый. Ладно. Я только деньги сдам. Ага. Как зовут-то? Сережа. Сергей. А меня Аня. Ты от девушки, поди, голодный. Сейчас я тебя накормлю. А ты проходи пока что. Садись, грейся. А я вот сейчас чайник поставлю. Ну и пряники есть, и варенье вишневое. Садись. Куришь? Ну, смотри, а то у меня сигареты есть. Ты удивился, что я ревела? Не говори. Все из-за него лешего. Не убрала еще. Жили. Мужем считала. Все счастье хотела. Мне все 25, молодая еще. Забеременел, молчу. Думаю, обрадую. Колеску на это потихоньку купила. А он говорит, зачем нам дети? Делай аборт. Я плакать. А мама, мать тогда со мной жила,
Ничего, говорит, с собой не делай. Матери не послушалась, а его вон послушалась. А он принес в больницу записку, побаловались, мол, и хватит меня, нищий. А? На часы прям горе. А чтоб не стучали, не могу. Ночью встаю, качаю, а то не сплю. Сейчас. Будем ужинать. А сегодня, думаю, возьму и удавлюсь. И удавилась бы. Я такая заполошная и дура, горячая. Он лежит в моем трамвае и ехал. Говорит, на учительнице женился. Ну, я и разревелась. Нарочно села, чтобы похвастать. Ань, а ты его любишь? Не знаю. Навязался на душу. Визит он нас нет, не могу. Знаешь что? Ты его выброси. Пошлый, подлый. Вон у него лицо, как у короля Трифей. А часы отремонтируй. Он над тобой издевается, а ты терпишь. А не терпеть надо, а бороться. Я понимаю, что ты женщина, но не в этом дело. А я его сейчас... Ну вот и все. Ой, ты чего ж ты смешной? Взял да и разбил. Да так ему и надо, лишь. Ну ничего, у меня другой портрет есть. Но я его не повешу, ни за что не повешу. Все, что от него осталось, выкину. И духи хранила. И зеркало. Все выкину. Тебя мне судьба послала. Да что же это на нем одном подлице свет клином сошелся, что ли? Да что же это я хуже, хуже всех, что ли? Я петь могу и плясать могу, я веселая. Да не люблю я его вовсе, просто из головы не выходит. Мне пора уходить. Уходишь? А может, переночуешь? Нет. А завтра я тебя провожу. А то гляди-ка ты, который час, куда же ты в такую пору? Знаешь. А рукавицы-то где? Возьми мои. Возьми мои. А то не пущу. Вот, пусть тебе на памяти останутся, разговорил ты меня. Ну, прощай. Thank you.
не уезжаю. Как глупо. То я уехал с севера, ничего не поняв, а теперь ты и опять ничего. Глупо. Не уезжаю. Что теперь говорить? Мне надо было останавливаться у каких-то родных, которые всегда дома. А у кого? У тебя, что ли? Все равно. Поедем сейчас в гостиницу. У тебя же есть еще несколько свободных дней. Поезд сейчас пойдет. Погоди. Подумай. После стольких писем мы будем опять вместе. Одни. Подумай. А ты будешь рад, если я останусь? Простите, поехали. А билет? Плевать нам на билет. Гостиницу. В какую? В любую. Любой, самый плохой или самый лучший? Нет мест. Простите, это я не вам сказал. Ну что? Ну ладно, поедем в другую гостиницу. Что делать будем? Не знаю.
Может, в ресторан пойдем? Да. Я есть хочу. Рестораны закрыты. Пойдем на бульвары? Пойдем. Чтобы я ходил с тобой, отец, мать, куда? Ну ладно, не гори. Завтра я уеду. Есть еще утренний поезд. А потом... Потом ты опять к нам приедешь. На север. Ноги болят. Туфли эти без привычки. Так посидим, правда? Ты хороший. Я люблю тебя, дурачок. Я тебя еще там полюбила. А ты не знал. Бедный ты, бедный. Пойдем в подъезд. Пойдем. Я там туфли сниму, на ступеньках посидим. Не повезло нам с тобой в Москве. Да. Очень большой город. А ну пошли отсюда! Ей-богу, напасти на вас чертей нету, а? Не шляется-то, да? А ну, давай пошли! А то еще как засвищу!
тебе не белое море. Ничего. Давай просто так ходить. Или пойдем на вокзал, на лавках хоть поспим. Ладно. Слушай, я дурак. Поедем за город. Возьмем такси. Деньги у меня есть. И поедем километров за 30. Согласна? Эй, такси! За город поедем? За город? 7 с полтиной повезу. Ладно. Тоже мне лес. Надоело. О, Господи, не надо мне ничего. Не хочу я. Поехали обратно. Назад так назад. Только давай выпьем. А то карман оттягивает. Эй. Не хочу. Пошли.
ладно. Пиши. Не сердись. Поешь, Мирч? Ничего, допою в другой раз. Выдаст еще хороший вечерок. Не откладывай, Мирч. Пой, пока поется. Потом, кто знает. А что у тебя там в кошелке? Хлеб белый. Дать? А ты сможешь забраться сюда? Не смогу. А хорошо там у тебя. Благодать.
Давай, что ли, забираться наверх? Как же я туда залезу? А вот так. Правой ногой ступи сюда. Левой рукой держись вот так. Ну, правую ногу переставь. Я, пожалуй, пойду пешочком. Ну, а зачем же? Не так уж далеко. До свидания. Счастливо. Вон там, на самой верхушке, вишня созрела. Любишь вишни? Люблю. Давай, залезай. Никто ничего. Поймают ведь. Лезь, не бойся. Не поймают. Thank you.
ну, хватит тебе убиваться. Ну, хватит. Давай лучше посмотрим, что у тебя там в кошелке. Если захочется чихнуть, по три переносит. Шляпа, Мирча. Пропил. Смотри, а то отец задаст. А мы ее вместе пропили. Доброе утро, тетушка Катинка. Доброе утро, Мирча. Доброе утро. Здравствуй, Нику. А, Мирча, здравствуй, здравствуй. Откуда сено везем? Украл. Смотри, поймаю. Черт-то с два. Слава богу, кажется, никого. Оп! Ну что ж ты, слезешь, не слезешь? Чего тебе? Ничего. А чего ж ты встал тут с телегой? Лошади распряглись. Ты мне подкинул эту рвань. Это ваша кошелка.
Это ваша невестка, отец. Давай, сбрасывай. Только осторожно. Даже большое счастье. И, в общем, я больше не знаю, что сказать. А этого человека я люблю впервые. До этого я никого не любила. Я считаю, что это самое хорошее чувство. И, желаю всем влюбленным как можно больше счастья. Думаю, что это хорошо, любовь. Я всегда готова любить, но сейчас только у меня много работы. Это единственное, что меня удерживает от любви, потому что еще у меня есть муж. Вот, а я бы еще любил. Не знаю. Не знаю. Мне кажется, я опоздал думать про нее. Я же ношу на руках. Чего же мне про нее думать теперь? Пускай молодые и думают. Любовь. Любовь – это прекрасное чувство. Но, очевидно, надо к нему очень серьезно относиться. И беречь любовь. Очень просто, наверное, расплескать ее. В последнее время очень много говорят о любви, и, по-моему, даже слишком много. Затерли как-то это слово. Вот. И вот, по-моему, нужно просто меньше говорить. И... Потому что это чувство только двух. Что думаю о любви? Я ничего не думаю, я люблю.
тебя поздно. Ты уходишь как поезд, 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 поезд. И одна на перроне, дождь и я. Нет, не плакать, дождь, не плакать. Пусть поплачу я за тебя. Ветер, он меня понимает, он меня обнимает. Ветер, 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 он, как я на перроне, одинок. Рельсы, 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 рельсы. В этом поезде только